Ну, мне кажется, вы ошибаетесь. Как раз последний год произошло достаточно много значимых событий, которые, мне кажется, и будут являться фундаментальным вот этим вот столпом, на котором будет держаться наша российская диалогия. Прежде всего, последнее – это, конечно же, бессмертный полк. Это, безусловно, единение с предками, как и в гимне написано, память предков. И это очень было важно, это было очень трогательно. И не могу быть уверен, но вот одно из пророчеств Ванги как раз и было сказано, что Россия поднимется с колен, когда мертвые пройдут в одном строю вместе с живыми. Еще месяц назад мы себе такого представить не могли, что это такое мертвое в одном строю. Тем не менее, это произошло, и вот мы можем убедиться в этом. Ну, я не беру такие очевидные вещи, как присоединение Крыма, возвращение. И, конечно же, вот все наши глобальные какие-то вехи развития, космодромы, олимпиады, восстановление, надеюсь, территории, дорог и все такое. Но я думаю, что это все будет прилагаться. Главное, чтобы вот этот столб память с предками, она была обозначена. А она уже обозначена, поэтому есть вектор.